Всем привет! Надеюсь, на этот раз у меня все более-менее удачно запишется. Попытка номер три. Была я вчера в Фраше в лайновом магазине, сделала покупку на 3 с лишним тысячи рублей. Как-то так получилось, случайно. В общем, купила я гелик новый, ну новый он уже полгода как новый. Для меня он даже в принципе очень даже вкусно пахнет. Не пробовала в деле еще. Мужской гелик от туалетной воды, новый кипарис и грейпфрут. Ну, иногда меня на что-то такое странное тянет. Но, может, кому-нибудь подарю. Какому-нибудь няшному сычку. Так, гель для душа к новой натурельке Османтус. Туалетка у меня уже есть, а вот теперь вот еще и гелик. Так, лак из новой коллекции. Красное солнце. Называется коллекция лета цветочная лагуна. Вообще называется, если с французского переводить, то голубые овощи. Почему, так не знаю. В общем, в деле очень хороший. То как раз я сегодня пробовала. Правда, так не совсем профессионально, но мне нравится. Так, спрей для тела. Лимон и базилик. Насчет базилика не знаю, но очень вкусно пахнет лимоном. Чувствуется только лимон, но мне нравится лимон. Почему он мне понравился? Не знаю, как по стойкости, потому что прыскала пока пробно. Туалетная вода. Лимитка лета, как раз вот эти самые овощи голубые. Чем пахнет, непонятно, цветами или фруктами, но очень вкусно. Я ее уже тут попробовала. Такс, набор. Одно из них пошло за полцены. Это так вот и было перевязано ленточкой. Это мой любимый шампунька Эко. И, в принципе, тоже не очень плохой, даже, можно сказать, хороший гель для душа. Это наша покупочка. Наши подарочки. Так, прикольная такая бижутерия. Вообще бижутерию жутко не люблю. Ну, вот это такая нежненькая. Я ее, в принципе, даже в автобусе вчера на обратном пути нацепила сразу. Это все было вот в таком прикольном мешочке из органзы. И второй такой браслетик, он уже со стразиком. Тут маленьким таким, совершенно маленьким. Тоже очень даже миленький. Ну, соответственно, пробнички. Это умывалочка, кстати, очень хорошая. Туалетная вода, зеленые моменты. Они мне не нравятся, они напоминают какую-то там, не знаю, мыльную воду или даже стиральный порошок. Еще один пробничек новой их туалетки, зеленый чай. Очень вкусный, он у меня тоже есть в коллекции моих духов. Пробник мужского какого-то там ухода для лица, ну, может быть, кому-нибудь подарю. Так, еще тут такая брошюрка. Там тоже такой кремик какой-то для тех, кому заодно еще не поздно, тоже кому-нибудь подарю. Была еще книжка чековая, но она у меня уже убрана. Доставать неохота. Лак. В подарок, на самом деле, он не коричневый, он похож, в общем, темно такой вишневый. У меня не совсем так ровно получилось, но, в общем, он мне нравится по цвету и называется это черешневый коктейль. Так, это у нас был гель для душа, он шел в подарок туалетной воде. И, кстати, я его сегодня пользовала, на совсем чуть-чуть и много пены. Очень вкусно пахнет, он мне понравился. Этот скрабик я выбрала по баллам, что у меня накопились на карте. Ну, у меня еще есть такой гелик для душа, но пока ни то, ни другой не пробовала еще. Так, что у нас еще было в подарок? Шикарное полотенце. Хлопковая, где-то 100 на 70 сантиметров, что-то такое. Изнутри оно белое. Чем оно мне нравится, оно такое мягонькое. Большая сумка, куда это все уместилось. Тоже из этой коллекции. И контейнер, который я очень хотела получить в подарок. Вот такое вот отделение под что-нибудь. И еще одно под что-нибудь и крышечка. Ну, надеюсь, я более-менее все тут рассказала, описала. Всем спасибо за просмотр. Пока.